Представляем вашему вниманию машину Урал Экомастер 650 Мини. Она предназначена для нанесения сыпучих утеплителей, например, эковаты, сухим и влажным методом. Машина обладает рекордным соотношением масса-производительность и способна выдувать до 650 кг материала в час. При заполнении полостей производительность достигает 8 кубометров в час. Машина снабжена процессором, отслеживающим основные технологические параметры работы. Мощность позволяет поднимать материал на высоту до 30 метров. Машина легко разбирается на две половины, что позволяет транспортировать ее в багажнике обычного легкового автомобиля. Удобная крышка-стол для мешков с материалом является фирменной особенностью машин компании «Урал Экомаш». Увеличенный размер питателя обеспечивает повышенную производительность. Количество подаваемого материала регулируется эргономичной ручкой, убирающейся в корпус. Износостойкий питатель из нержавеющей стали, надежная система защиты двигателя и воздуходувки делают машину долговечной. Четырехканальное умное включение на радиоуправлении делают работу простой и удобной. Процессор отслеживает основные технологические параметры – мощность подачи воздуха, замер сопротивления и потребляемой мощности двигателя, обеспечивает надежное принятие сигнала с пульта дистанционного управления. Также присутствует возможность проводного управления машиной. Покупая Урал Экомастер 650М и вырабатывая 12 тонн эковаты по средней рыночной стоимости работ, в течение 1-2 недель вы полностью окупаете расходы на оборудование и материал.